son nomus aytılma iskor aldadım akor takrar ve takrar sar son nomus kalbimizlerge sahte sözlerge nomussuzlerge yalgan nomus taşlap ketilgen kadri tökilgen bugün keçilgen iman mı nomus arzan mı nomus Сейчас же уходите. Что такое? Что ты здесь делаешь? Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Простите, я вас не узнал. Этот человек ищет чей-то дом. Я показала дорогу. Вот здесь, на третьем этаже, идите. Хорошо. Спасибо вам. Все в порядке? Что? Да-да, конечно. Пошли. Пошли. Алишера нужно скорее женить, дорогой. А то эта девушка так и продолжит устраивать проблемы. Правильно говоришь. Но ведь не так много прошло со смерти Касымджана, милая. Все говорят, что Гузаль стала сумасшедшей. Но он сам не хотел отдавать ее мужу. Вы заметили это? Наверное, ты просто паникуешь. Да. Алишер лишь ждал, когда приедет отец Гузаль. А еще ты не видела, в каком она состоянии из-за мужа. Видела. Но что бы там ни было, нехорошо приходить к нам. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Идем, доченька. Ну-ка, садись. Так, Иллахи Аминь. Пусть будет мир и покой, Аллаху Акбар. Я приходила навестить маму. Вот и вас зашла проведать. Хорошо сделали, доченька. Гульнара, как ты сама, доченька? Спасибо, хорошо, дядя. А как ваше здоровье? Тетушка, вы как? Хорошо, спасибо. Гульнара, а где ты вообще ходишь, доченька? Почему заставила всех волноваться и исчезла? Я живу в городе, в одном доме, за аренду. Все в порядке, слава богу. Не переживайте. Ты исчезаешь, и как нам тут не переживать? Послушай меня, доченька. Может, ты обижена на всех, но не делай так. Где ты? Что ты делаешь? Голодна ли или сыта? Мы должны знать, мы ведь тебе не чужие, а твоя семья. Я теперь ответственен за всех вас. Где ты, что ты делаешь, я должен знать. Что я скажу Касымджану, когда уйду в тот мир? Вы правы, да. И мама много поругала. Теперь буду чаще заходить к вам, дядя. Так ты не вернулась домой? Нет. Пока я не могу прийти. В городе начала работать, поэтому живу пока там, отдельно. Что бы там ни было, ты моя дочь, не забывай это. Поэтому, доченька моя, какая бы помощь ни понадобилась, спрашивай. Для вас я и жизнь готова дать, не стесняйся. Хорошо, дядя. Того парня ты действительно не знаешь? Нет. Почему вы спрашиваете? Он какой-то странный. Не знаю.
Вы что, не верите мне? Нет. Просто потому, что он так странно смотрел на тебя. А ладно, забудьте. И правда, какой-то странный парень. Очень много говорит. Значит, он подкатывал к тебе? А ты не хочешь, чтобы я знала это, так? Нет. Зачем мне от вас скрывать? Да не знаю. Может быть, боишься? Кого? Вас? Да. Ну что вы? Ну, куда едем? Не знаю. Ведь мы оба настоящие бездельники. Можем ехать туда, куда захотим. Ну, отлично. Давай тогда съездим в горы. Горы? Да. Погуляем от души. Нет. Другой раз. Идемте, сходим на площадь. Или можем сходить в кино. Ладно. Как пожелаете, мадам. Простите, зять. Не смог прийти к вам пораньше. Я не смог помочь вам, когда вы попали в беду. Поэтому мне неловко. Ничего страшного. Ты ведь был не тут. Слава Аллаху, все уже позади. Сестры не видно. Да, сестра твоя ушла проведать дочь. Это-то ладно. А у тебя как дела? Как твоя работа? Зять, на деле я пришел к вам по другому поводу. Знаю я, по какому поводу. Ты же к Хилоле уже сходил. Ну, короче, когда я услышал, не поверил, зять. Но, услышав, был шокирован. Зять, я вас очень уважаю. Если бы уважал, сначала бы пришел ко мне и посоветовался. А не прямо к ней шел. Зять, откройте глаза. Вы хотите потерять семью из-за этой девушки? Кто тебе сказал, что я потеряю семью? Так ты еще начал тут меня уму-разуму учить? Дело не в этом, зять. Я думаю о сестре. Что бы там ни было, у вас нет права так поступать. Общаться с девушкой, которая годится вашей дочери... Думай, что говоришь. Не знаю, ничего, говоришь все, что вздумается. Тогда дайте знать, кто эта девушка, которая вам так близка. Если любовница... Эй! Во-первых, она мне не любовница, понял? Она для меня, знаешь ли... Ассалам алейкум. Валейкум, как вы, ассалам, сестра? Как дела? Закройте эту тему. Я с зятем... И ты замолчи. Не будем возвращаться к этой теме. Я очень устала. Но сестра... Акмаль, ты что, не понял меня? Если ты как гость, то, пожалуйста, сиди. Но к этой теме не возвращайся. Сынок, ты куда уходишь? На работу, мам. Ты хочешь оставить меня с этой сумасшедшей? Мам, вы снова начали? Начала. Я боюсь, Фархот. Что я буду делать, если она накинется? Не накинется. Она пришла в себя. Эй, да брось. Тогда и я уйду. Мамочка, если бы она была опасной, я бы вас оставил бы сейчас с ней. Вы не переживайте. Возвращайся скорее. Хорошо, мамочка, постараюсь. Я унизила папочку возле них. Теперь такого не будет. Я теперь не опущу голову родителей и не заставлю их переживать. А, ушел этот разборщик? Да, ушел.
Если бы не пришла, то вы бы все испортили. Ты о чем? Если бы молчала, вы бы сказали моему брату, что она ваша дочь от первой жены, так? Что ты вообще хочешь от меня? Ты же видишь, он неправильно понимает. Мой брат не знал, что у вас есть вторая семья. Вы что, хотите меня опозорить? Ты же не постеснялась сказать, что у твоего зятя есть любовница? Если бы это было так. Я бы согласилась, если бы у вас было 10 любовниц. А еще кое-что. Скажите своей любимой женушке, пусть больше ко мне не приходит. Я видеть ее не хочу. Как вы, соседка? Вам уже лучше, да? Да-да, все хорошо, спасибо. А вы как? Спасибо, спасибо. Слава Аллаху. Утром приходила Гульнара. Я ее видела на улице. Да, приходила. Чем она вообще занимается? Где она ходит вообще? В Махале всякие сплетни ходят при нее. Ой, какие еще сплетни? Гульнара живет в доме моей подруги со своей подругой. И работа близко к дому. Она же не будет туда-сюда метаться. Эти сплетницы... Ой, доченька, не злитесь. Я же ничего плохого не сказала. Просто спросила из-за переживания, и все. Она дочь Махали, и тоже наша дочь. Но я что-то не поняла. Почему покойный Хосм Джонакия выгнал ее? Да, на деле мы пришли с одной хорошей новостью к вам. Ну, я слушаю вас. На самом деле, мы пришли свататься Гульнаре. Свататься? Ну да. Или вы отдали ее Галибу? Нет, какой еще Галиб? Этому клоуну я никогда не отдам свою дочь. Я даже не поверила его словам. Неправильно сделаете. Мы пришли сватать ее в очень хорошее место. Правда, сестра? Если согласитесь, то Гульнару мы сами возьмем в невестки. Я не знаю, это так внезапно. Зачем думать, сестра? Когда появилось место, отдайте, избавьтесь. Она ведь теперь вдова. Ей нелегко. Пока не появились сплетни, отдайте и избавьтесь. Правильно говорит. А то останется под сплетнями Махали. Ну, для начала спасибо, что пришли, уважили. А теперь... Я знаю вашего сына очень хорошо. Бабурджон... Умный, интеллигентный парень. Вроде он военный человек, да? Да, это так. Но что меня волнует так, это... Гульнара вышла замуж и развелась. А ваш сын пока еще не женат. Нет, сестра, вы неправильно нас поняли. Мы спрашиваем ее не для Бабурджона. Бабурджону мы нашли девушку и помолвили их. Скоро уже свадьба. Мы пришли просить Гульнару для моего брата. Что? Для вашего брата? Ну да. Недавно ему будет 64. Он-то полон сил, но в последнее время ему совсем не здоровится. Поэтому рядом нужна красивая, хорошая жена. Что? Что вы такое говорите? У вас все в порядке? Вы просите мою сестру, старику, который скоро может умереть. Что такое? Боже мой, что ты такое говоришь, Хуршида? Это значит, встаньте отсюда и быстрее уходите. Что? Ой. Давайте, давайте, уходите. Вставайте. Что вы? Пока не потеряли уважение, пожалуйста, уходите. Вставайте. Сами ухаживайте за тем молодым парнем, которому исполнилось 65. Боже мой. Они все с ума посходили, что ли? Ну ладно. Идемте, вставайте. Пошли. Давайте, вставайте. Что? Моя сестра будет выходить замуж за какого-то старика? Ты к ним приходишь с хорошими намерениями, а они... Господи. Мама, все в порядке? Ну все, не думайте. Трудно, когда нет совести. Это моя подруга, о которой я говорила. Она хочет начать свой бизнес.
Хорошо, рад знакомству. Я тоже. Ну, вы раньше работали в этой сфере? Я... нет. Но она быстро учится. Если вы поможете, то она потихоньку запустит свой бизнес. Ну, Лолохон, вы просите, а отказаться нам будет стыдно. Большое спасибо. У меня есть другое предложение. Пусть пока работает в этом магазине и учится работать. Если быстро научитесь, то открою вам самой магазин. А насчет пользы договоримся. Правда? Да. Потому что, Лолохон, даже если я сейчас дам ей товары, она не знает хорошо о торговле. Ей будет трудно. Спасибо вам большое. Не за что. Смотри, Гульнора, у тебя уже есть работа. Правда. Это очень большая возможность. Ты должна воспользоваться этим. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну тогда, Гульнорахон, с завтрашнего дня, красиво одевшись и хорошо обращаясь к клиентам, можете начать работу. Остальное научит сам Казим. Правильно, Казим? Конечно. Ладно. Спасибо, хорошей спасибо вам работы. Хорошо. Не уставайте. Спасибо. Пошли. Поздравляю, подружечка. Казим, посмотри сюда. Вот эти товары. Ой, ты пришла? Угу. Я не могу поверить. Он сказал, что откроет мне магазин? Да. Для него это не проблема. Но, если честно, я немного удивлена. Наверное, ты ему понравилась. Да брось, Лола. А что? Интересный мужчина. Перестань. Но тебе большое спасибо. Как я благодарю тебя, совсем не знаю. Ну ладно, забудь. Забудь об этом. Ты моя близкая подруга. Не забывай. У тебя есть деньги и одежда, чтобы приходить на работу. Не стесняйся, говори правду. Я могу дать тебе свою одежду, которая может подойти тебе, если хочешь. Не нужно. Ты и так, дорогая моя, очень много потратилась на меня. Как я тебе за это оплачу, сама не знаю. Да ладно уже. Ладно. А я сохранила арендную плату. С них куплю одежду. А потом так могу начать работать уже. А как аренда? А аренду заплатил Галипаке. Да. Что? Что? Он говорит, что отец твоего ребенка. Если это так, то тебе лучше подумать об этом. Это не так, нет. Он не имеет отношения к этому ребенку. Ребенок Али Широке. Если бы имел отношение, я бы его не простила. Ну ладно, все, успокойся. Подожди. Раз Галиб говорит, что это его ребенок, значит, что-то было. Ты точно знаешь, что ребенок от твоего мужа? Не обижайся на меня. Но это нужно будет когда-нибудь выяснить. Каким образом? Мы же живем в современном мире. Для этого, наверное, есть способ. Послушай, сделаем так. Я найду хорошего врача. Хорошо. Пойдем сделаем ДНК-тест. Если ребенок от Алишера, покажешь документ Галибу, и, возможно, ты избавишься от него. А если ребенок от Галиба, тогда подумаешь, как нужно поступить. Телефон находится вне зоны обслуживания. Где же она ходит, а? А? Что случилось? Почему снова нервничаешь?
Почему еще может быть? Снова эта Гульнара трубку не поднимает. А, ты же говорил, что подбросил ее к нам? Я ее утром подбросил. Она, наверное, давно уже ушла. А, и ты уже измучился, да? Брат, позвоните невестке и узнайте, дома ли она, пожалуйста. Извини, сейчас это невозможно. Это почему? Я поругался с женой. Ну ладно, позвоните, и что с того? Вы боитесь? Что, я? Да нет. Просто не хочу портить себе настроение, позвонив ей. Ладно, что вы за человек? Позвоните ей, вот. Хорошо, но не сейчас. Позже сам позвоню. Талиб! А, сейчас! Идем скорей! Я иду, извините. В клинике стало скучно. Не говори, будто все ушли, и он теперь пуст. Мне уже страшно приходить на работу. Смотришь, Альшер и Фархот без остановки ругаются. И еще посмотришь, и там уже проблемы с Гузаль. Да, вообще, где он сам, Альшер? Не знаю. Наверное, ходит и ищет работу. Такими темпами, походу, в клинике врачей не останется. Ты с Гузаль видишься? С Гузаль? Состояние Гузаль очень плохое. Хочет устроить себе выкидыш. Ага. У нее мозги на месте. Я тоже ее совсем не понимаю. Ты же был тогда, когда Абдуллякия привез ее. Угу. Она была как сумасшедшая. Ее отец еле как привел в себя. Потом снова оставили ее без присмотра. Я их вообще не понимаю. И Алишер не хочет признать своего ребенка, разводится со своей женой. Они и представить не могут, сколько людей ждут ребенка. Да, я сегодня позвоню Гузаль и узнаю, как она. В каком она состоянии. Ну, о ком вы там сплетничаете? Дружище, как ты? Как ассаламу ты, алейкум. Как дела? Как вы? Как у тебя? Домашние как? Спасибо. Сплетничаем тут о тебе. Думаем, когда же нас выгонят из этой клиники? Да брось. Если и вы уйдете, то придется закрыть эту клинику. О боже, слава Аллаху, ты хоть это понял, дружище. Ладно, я буду в кабинете. Угу, у меня есть свои дела. Хорошо, ладно, увидимся. Подколол его за живое, а? Все в порядке? Что случилось-то? Спасибо. Да что нам о них говорить? Прогнали на улицу. Хуршида стала такой грубой девушкой, да? А вообще, почему вы приходили? Мы с хорошими намерениями ходили. Пришли свататься Гульнаре. Свататься? Да. Да, пришли свататься Гульнаре. Вы для них соседи, скажите. Скажите вдове покойного Касымджона. Пусть он отдаст нам Гульнару. А для кого вы просите Гульнару? Брата Рахилапа. Что? Ну да, брат уже немного не здоровится. Он уже старый, его мучает это. Поэтому думали женить его на Гульнаре и все. И дети его согласны. Будет сидеть, хорошо присматривать за моим братом. Может, тот дом. И мы оставим Гульнаре. Что вы скажете? Простите, конечно. Но вы нормальные люди. Мамочка, положить вам кушать? Нет, не нужно. Хорошо. Надеюсь, эта девочка не пытается убить нас. Даст Бог, если у нас будет ребенок, поставим ему имя моего отца, да? Да, подумаем еще. Почему подумаете? Вам не нравится имя моего отца? Я же не сказал так. Еще есть время, пока он родится.
Так еще мы ведь не знаем, мальчик или девочка. Будет мальчик. Откуда знаешь? Мое сердце чувствует. На самом деле, всему виноват отец Алишера. Хоть не думал о вас, мог бы пожалеть и меня. Плохо ведь разделять новых молодоженов. Как вспомню, хочется убить этого человека. Да, я видел его в чайхане. Столько высказал. А этот мерзавец даже не извинился. И не извинится. У таких людей нет ни сердца, ни жалости к другим. Вы даже не представляете, как я мучилась после того, как вас посадили. Я тоже много мучился. Потому что оставил тебя одну. Но знаешь что? Там был один парень. Состояние хуже моего. Он тоже любил, как мы. Но я-то добился своей любви, тебя. А тюрьма просто нас на время разделила. А его возлюбленная вышла за другого замуж. Вот он и не выдержал и пырнул ножом того жениха. Прямо в день свадьбы. Ой, боже мой. Он даже не знает, как там живет та девушка. Мы с ним общались каждый день. Были как лучшие друзья. Бедный. Каждый день думал, не вышла ли его возлюбленная замуж. Алло, слушаю. Валейкум ассалам. Спасибо. Нет, не узнал. Кто? Тимур? Эй, это и вправду ты? Дружище, когда ты вышел? Почему сразу мне не позвонил? Сейчас ты где? Эй, что ты несешь? Конечно, приеду. Ладно, хорошо. Тогда увидимся, приятель. Кто это, милый? Куда вы уходите? Говорю же, вспомнишь солнце, вот и лучик, милая. Позвонил друг, о котором я тебе говорил. Он вышел с тюрьмы. Правда? Правда. О, боже мой, могли вспомнить пораньше, да? Да. Ну, пойдете туда, что-нибудь изменится? Может, изменится. Я хоть попытаюсь, доченька. Мама, она не изменится и не сблизится с вами никогда. Кто тебе сказал, что она со мной подружится? Я думаю о твоем отце. Он уже весь измучился. Эта женщина – настоящая змея. Не говори так, Хилола. Нельзя так говорить. Эта женщина вообще не виновата. Если бы я была на ее месте, то поступила бы точно так же. Что бы там ни было, мне не понравилась эта женщина. Перестань. Эй, а почему ты сегодня не пошла на работу? Мне уже и на работу не хочется идти. И папы теперь там нет. Ты туда шла только ради своего отца, что ли? Можно и так сказать. Теперь Фарход действует мне на нервы. Фарход, зять твоего папы? Ну да. Мерзавец. Он даже отнял клинику у папы. Как так? Я не знаю. Но сказал, что клиника теперь его. И папа хотел прогнать его, но тишина. Наверное, клиника полностью перешла на имя Фархода. Что? Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Как доехала? Ну как погуляли, хорошо? Мама, ну почему вы обижаетесь? Откуда вообще появился этот парень? Вы не слишком быстро сблизились? Ну что вы хотите сказать, мама? Если выдам тебя замуж, что потом будем делать? Вы же сами сразу дали согласие, когда его мама пришла, не помните? Конечно, дам согласие. Ты же уже не ребенок.
Мама, когда я думаю о вас, то не хочу выходить замуж. Ну, куда вы поехали? Что делали? Мы везде побывали. Погуляли. Ели мороженое. Что случилось? До сих пор не могла сказать о Тимуре. Нет, мама. Не знаю, что сказать. Как он это примет? Мне страшно. Что бы там ни было, все равно ты должна рассказать. Потому что рано или поздно он узнает об этом. Но если услышит от другого, тогда реально будут большие проблемы. Так еще и Тимур вернулся. Он подошел ко мне, мама. Что сказал? Да. Просто стоял, издевался. Говорит, нужно поговорить. Я еле избавилась от него, чтобы Алишер Акя не заметил. Я не знаю, что мне делать, мама. Вроде взрослые женщины. Да, мама, что одна, что другая. Но ни капли ума, боже мой, надо же. Да, доченька, ты не понимаешь. Твоя сестра сама себя угробила. Теперь будут приходить сваты от таких вот больных, инвалидов, стариков. Да ладно вам, мама, вы преувеличиваете. В Гульнару влюблены столько хороших, статных парней. Мама, вот, например, Галиб. Он готов ради нее на все. Не говори мне о нем, об этом невоспитанном человеке. На деле во всем виноват он. Еще ты мне о нем говоришь. Ну, мама, ну все, успокойтесь. Что бы там ни было, не принимайте близко. Такие старушки стареют и уже перестают соображать. Да нет, доченька, ты не знаешь. Ты не знаешь, каково жить вдове. Да, слушаю. Гульнара, это я, Казим. Узнала? Узнала. У тебя есть телеграм на этом номере? Да, есть. А что такое? Я тебе скину название и цены товаров. Если выучишь их все, то тебе не будет трудно при продаже. Хорошо. Отправляйте. А ты дошла домой? Да, дошла. Ладно, тогда до завтра. Ладно, хорошо, до завтра. Хорошо, хорошо, спасибо. Да, выйду. Хорошо, ладно, до завтра. Я не понял, с кем ты сейчас общалась? Тебе-то что? Ты же сказала до завтра, с кем ты общалась? Перестань. Гульнара, с кем ты и где вообще ходишь, а? Дай-ка мне свой телефон. Что? Кем ты себя возомнил? Гульнара. Я сказала тебе, перестань. Надоел ты мне уже. Я сама знаю, с кем общаюсь, с кем вижусь, понятно? Это не твое дело. Понял меня? Садись, сынок. Сын пришел. Да, проходи. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Как прошел ваш день? Хорошо. Ты так припозднил из-за поиска работы? Да, можно и так сказать. Сегодня домой приходила Гульнора. Она намного пришла в себя. Приходила, чтобы проведать мать. И к нам зашла, проведала. А, ну хорошо, что она помирилась с мамой. Да, и не говори, конечно. Боже мой, Рохилёпа пришла к Гульноре свататься. Представляешь? Мать Бабура? Да. Господи, но не для Бабура. У нее же есть старый брат, помнишь? Вот для него. Гульнару? Ну да, Гульнору. Как я разозлилась. Сказала им кое-что так, будто выгнала из дома. Они сами ушли. Чтоб там ни было. Хоть была замужем, она ведь молодая девушка, правда? Надо же. С одной стороны, правда,
Кто бы посмотрел на разведенную женщину? Вот ты не простил Гульнора, сынок. Наш внук будет расти в чьих-то руках. Я даже не знаю. Эх, милая, и не говори. Я тоже, думая об этом, огорчился. Конечно, будете огорчаться. Подумайте сами. Мама, папа, вам не стоит вообще переживать. Потому что ребенок в ее животе не ваш внук. Что? Подожди, ты что говоришь? Что это значит? Что вообще случилось? Весь угрюмый сидишь. Я устал, дружище. Почему? Что такое? Отчего же еще? Я устал бегать за Гульнарой. Сегодня она так действовала мне на нервы. С кем-то идет и общается по телефону, улыбается. Спросил, с кем она общается, а она молчит. Может, общается с каким-то знакомым? Она сказала, завтра увидимся, понимаешь? С кем она увидится? Слушай, а ты не слишком паникуешь, а? Нет, Казим. Она точно с кем-то видится и общается. Я обязательно все узнаю. Но когда узнаю, я точно его в живых не оставлю. Да перестань же ты, дружище. Ты что, опьянел? Нет, не опьянел. Я сам понимаю, что говорю. Эй, она и работу бросила, понимаешь? Каждый день куда-то ходит и приходит. Вот скажи сам, куда она может пойти? Почему не идет на работу? Если сказать, что на новой работе, то нет. Она же не может приходить и уходить в любое время на новую работу. Куда-то она ходит, она точно кого-то нашла. И кому она может идти, а кому? Ладно, ты сиди и поешь чего-нибудь. Слава богу, ты тут. Что случилось? Все в порядке? Пациенту Алишера, которого ты оперировал 2 дня назад, стало плохо. Швы внутренние разошлись. Хорошо, что ты стоишь? Иди и приготовь сразу операционную. Почему стоишь? Ты не слышал? Ты так и будешь повторять одну ошибку. Эй! Что ты несешь? Что? Я сказал позвать Алишера к его же пациенту, а ты не послушал. Теперь ты снова хочешь его оперировать, да? Что ты этим хочешь сказать, Батыр? Я все равно не позову Алишера. Это его направление, дружище. Позовем Алишера. Он без слов приедет, если я позвоню. Ну, не говори нет. Батыр, я тебе сказал, что операцию сделаю сам. Ты понял? Хватит болтать. Подготовь пациента. Фархот, его кровяные сосуды лопнули. Нужно остановить кровь. Что я тебе говорил? Почему ты капризничаешь? Тампон, позовем Алишера. Сам справлюсь, сам. Батыр, быстрее. Фархот, жизнь пациента под угрозой. Знаешь, что будет, если он умрет? За то, что повторил одну и ту же ошибку, в первую очередь тебя уволят. Так еще весь город об этом узнает. Вся репутация, которую ты копил, сразу улетучится вмиг. Ты выдержишь все это? Продолжай работу. Хорошо.
Ты видишь, что ты наделала? Эту игрушку Фархот принес после того, как узнал, что ты беременна. Хотел подготовить одну комнату и сделать для тебя неожиданный сюрприз. Но ты все взяла и испортила. Сломала полное добротой и надеждами сердце моего любимого сына. Алло. Алишер, где ты? Дома. Ты должен срочно приехать в клинику, дружище. Почему? Мы оперируем твоего пациента. Его состояние ухудшилось. Он может умереть. Ты должен приехать сам. Кто делает операцию? Фархот делает. Нет, дружище. Пусть сам делает. Ты не понимаешь, Алишер. Состояние больного серьезное. Ты должен приехать. Алишер, выезжай, дружище. Ведь Фархот там. Зачем я нужен? У Фархада не получается. Это ведь твоя специальность. Да брось же, Батыр. Я не могу пойти. Фархот, как ты? Хорошо. Продолжай. Хорошо. Держи крепче. Что сказал Алишер? Приедет? Не знаю. Наверное, не приедет. Ты не вмешивайся! Я назвал тебя мужчиной, другом своим, а ты издеваешься надо мной, да? Да подожди, Галиб, послушай меня. Как мне еще понимать? Тогда почему я раньше не видела? Не знаю, может, не обращали внимания. Ведь доктор сказал, что подойдет и волосок. Я принесу. Но что делать с Галибаке? Сижу тут, общаюсь сам с собой. О чем это вы? Я скажу Алишеру, он сам поговорит. Нет, нет, пожалуйста. Мамочка, не говорите. Прошу вас. Думая о воспитании дочери, которую вы приобрели на улице, вы уничтожили жизнь своей дочери. Гузаль из-за вас в таком состоянии. Думаю, что говоришь, Шахло. Вчера оставили меня одну. Я подумал, что ты успокоишься, если не будешь видеть меня. Ты просто не замечаешь, дружище. Она как видит тебя, так больше злится. Шайтан и седан, нас осыдан, хошалмай колган, джайран. Qadri tökülgən bugün keçilgən ey iman mı namus arzan mı namus sarsan mı namus namus sizlərə yalğan mı namus təşləb keçilgən ey qadri tökülgən